Гліб Адлуцький. На це ім'я хоча б одного разу натрапляв той, хто цікавиться класичною музикою у Дніпрі. Лауреат численних конкурсів, випускник консерваторії імені Глінки, піаніст, викладає у Альма-Матер і багато концертує. Він грає у залах рідної консерваторії і у філармонії, у культурних центрах, музеях і у міській бібліотеці, поєднуючи виконавську та просвітницьку діяльності. Як треба слухати академічну музику? На що має піти музикант, аби стати майстром? Що цікавить піаніста, окрім музики? Чим його приваблюють німецькі композитори Роберт Шуман та Франц Шуберт, твори яких він виконав у своїх осінніх сольних концертах? Про це та багато іншого Гліб Адлуцький розкаже сьогодні у програмі «Артзона». Всегда привлекает музыка очень полярная, где можно наиболее полно раскрыться и передать мир композитора. Конечно, легче играть то, что сразу ложится на эмоцию, на душу, там, на чувства, но очень важно, особенно артисту, стремиться к разности и передавать различные состояния. Вот, например, Шуман – совершенно необычайный композитор, который уже в своем мире соединяет совершенно противоположные личности. И вот на концерте можно было увидеть, что музыка настолько разнообразная и такие быстротечные переключения настроений. Сам часто говорил себе, что это Флористан и Евзебий. Два совершенно противоположных человека. Один печальный, меланхоличный, который все время пребывает в сомнении. И тут же взрывается Флористаном, который яркий, который артистичный, который готов победить все на свете. И вот эти две личности, они между собой уживаются в одном человеке. И в музыке это было слышно. Музыка Шуберта меня привлекла тем, что Шуберт – редкий композитор, редкого дарования. Он неуловим. Музыка Шуберта – это как некоторая загадка. Вот как говорили о композиторе Метнере, что это как храм в пустыне и немного будет молящихся там. Вот то же самое и Шуберт. Он романтик. Его музыка невероятно наполнена чувственностью и тоже резкими сменами. Но вот этот необычайный накал, он сочетается с внешним благородством и с внешней раненностью, трогательностью, и вот в этом он неуловим.
Есть Рахманинов, есть Шопен, есть Моцарт. Есть много таких композиторов, о которых уже многое написано. И чтобы попасть в этого композитора, ну, особых, может быть, поисков не нужно для артиста, ну, который уже перепробовал в своем творчестве много. А вот сыграть Шуберта – это как прожить целую жизнь. Шуберт все время ускользает. Как Чайковский, который тоже при внутреннем сильнейшем накале внешне как будто спокоен. Вот можно сравнить Чайковского из времен года песню «Жаворонка». Это март. Внешнее такое спокойствие, только пробуждающаяся весна. А у Рахманинова «Весенние воды» – это романс, где уже бушует река, все эмоции, все на показ. Вот это большая разница, также и у Шуберта. И тут еще очень важный момент, то что он прожил не то чтобы в тени Бетховена, но это был его идол. И он считал, что вот Бетховен – это великий композитор, а он, Шуберт, так пописывает музыку. Хотя на минуточку у него больше 600 романсов, у него 21 фортепианная соната, и вот последняя соната, она прозвучала в концерте. То есть это композитор огромнейшего дарования и при этом такой внешней скромности. И то, что он всю жизнь не заботился о своем творчестве, он мог написать первые 8 тактов и тут же о них забыть, он уже в них высказался, и он не имел потребности их развивать. Поэтому вот его одна из самых знаменитых симфоний называется «Неоконченная». Он написал только 2 части. И сейчас теоретики спорят, или это такая концепция, что не надо было больше дописывать, или, может быть, потерялась эта часть. То есть вот такой вот был какой-то творческий беспорядок. И, конечно, он сам себя, как сейчас принято говорить, он не мог продать, он не мог себя продвигать, и поэтому его творчество было, ну, в какое-то время забыто. И это тоже налагает какую-то и поэтичность на это, и желание эту музыку открывать для слушателей. Мы знаем очень много шопенистов, очень много моцартианцев, бахистов, даже Шумана, конечно, много играет. А вот Шуберт всегда как камень преткновения. Когда его играет, обычно получается или Бетховен, или какой-то очень романтик. А тут сочетание всего – и глубины, и романтизма, и баховской строгости, и бетховенской силы. И вот как в это попасть – мне представлялось очень сложно, поэтому в Шуберта я вживался очень долго, и у меня были большие сомнения, получится ли эта музыка. Эта музыка написана за несколько месяцев до его смерти, а прожил Шуберт 31 год. Чуть меньше, чем Моцарт, чем Пушкин, чуть больше, чем Лермонтов. И 31 год – это такая пора, когда человек в своем
в самом высшем пике развития. И девизом у Шуберта, ну если так можно сказать, его мироощущением, были такие слова. «Когда я хотел говорить о любви, она становилась для меня горем. А когда я хотел говорить только о горе, оно становилось для меня любовью». И удивительно, что эта музыка пронизана этими словами, и в каждом звуке чувствуется уже эта двоичность. Это тоже необычайно сложно. Вот ты берешь один звук, и в нем уже есть сочетание и горя, и радости, и печали. И сама соната начинается очень светло. То есть человек знает, что его уже скоро не станет. Но это такой светлый уход. И тут же за кадром, как мелкий какой-то гром, как раскаты какой-то судьбы. И все это сочетается воедино. Это безумно прекрасно и также тяжело для исполнения. Вот это меня привлекло. Шуберт в своей сонате очень исповедален, очень искренен. И у меня в творчестве всегда это привлекает, когда не просто искренность, когда можно там по душам поговорить, а когда это искренность гения. Вот это необычайно интересно, что можно к этой музыке прикасаться и хоть на минуточку приближаться к тому, что уже было открыто гению. И тот путь, по которому он шел, и по которому ты хочешь и стремишься идти. И самое важное, что это передается публике. Потому что одно дело – это та радость, которую ты испытываешь от соприкосновения с музыкой, но это все бы не имело смысла, эта радость, если бы она не была рождена со слушателем. Слушатель – это тот человек, для которого мы выходим на сцену, для которого мы играем, и, собственно, тот человек, который, может быть, изменится благодаря этой музыке. Концерт может состояться, может присутствовать публика при заполненном зале, может все быть хорошо отыграно, но чудо не произойдет. Когда ты выходишь на сцену, ты несешь прежде всего энергию, ты несешь любовь. И твоя задача быть самому горячим, искренним. И я искренне верю, что, наверное, для кого-то, пускай хоть для одного человека, но эта музыка откроется. Тут еще важный момент, что мы в концертный зал приходим работать, то есть, чтобы понять классическую музыку, приходится напрягаться, приходится трудиться. Эта музыка не для развлечения, она для постижения, для изменений. И вот в этом часто бывает у многих разочарование, потому что многим она кажется какой-то непонятной, длинной, скучной. Для того, чтобы постичь музыку, не обязательно начинать с самого начала, можно начать с самого конца. В отличие, допустим, от математики, от физики, от химии, когда все идет от простого к сложному. Нужно просто этого очень хотеть и все время постигать. Не помню, кто говорил о том, что
каждый день нужно послушать какую-нибудь хорошую музыку, взглянуть на какую-нибудь красивую картину и сказать пару умных слов, потому что нет ничего более привлекательного в мире, чем пошлость. Но это действительно тот рецепт, чтобы начать понимать, насколько прекрасен этот мир, именно через искусство. Нам кажется, что мы уже все понимаем, что мы знаем, как устроен мир, а тут ты встречаешься с такой глубиной, с таким совершенством, что понимаешь, что ты перед этим пасуешь, что есть такое величие, к которому ты можешь только лишь стремиться. Но в этом уже есть начало пути, мне кажется. Начало было очень простое, как и у всех. Пришел в музыкальную школу, ну, кстати, сам захотел. Это было мое решение, мой выбор. Но тут важно сказать о том, что путь невозможен без учителя. Потому что если нет учителя, какой бы ни был ученик, он не сможет раскрыться. И тут так сошлось, что моей учительницей первой стал просто великий человек. Не просто культурно развитый, а стоящий уже на такой, можно сказать, да, духовной вершине, который способен охватить целое на всех уровнях – духовный, душевный, телесный. И все это как и школу, и как мышление передать ученику. Это очень важно, потому что вот то чудо, о котором мы говорили, которое может произойти и не может произойти на концерте, можно просто двигать пальцами. И это будет хорошо, это будет приятно, действительно. Потому что музыка, она все равно имеет силу, и она будет как-то раскрываться. Но можно двигать и душой. Вот этому меня учила моя первая учительница Наталья Юрьевна Клименко. Не было бы ее, не было и меня, и чем я становлюсь старше, тем больше я это понимаю. Сейчас тоже педагог и понимаешь, насколько это безумная, жертвенная профессия, которая требует полнейшей отдачи, так, чтобы действительно от одного человека школа передалась другому. Это не просто выучить нотную грамоту, не просто показать какой-то прием, объяснить какой-то штрих и дать какое-то представление о музыке, что тут грустно, тут весело, тут печально, тут громче, тут тише. Это все нужно. Но есть что-то высшее, то, что передается как мировоззрение. Наверное, так. Мастером может стать каждый, кто это захочет. Дело в том, насколько ученик готов выйти за свои рамки, пробить собственный потолок и хоть немножечко пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы стать мастером. Вот в это я всегда искренне верил. Я этот путь прошел. То есть это то, что не требует каких-то сверхспособностей, но этим нужно заниматься все время. Поэтому мне всегда как-то больно и печально, когда ученики просто в это не верят и не хотят заниматься. Я, к счастью, минул другую жизнь, которая не связана с искусством. Все мои развлечения, так или иначе, они связаны с искусством. В этом плане я абсолютно счастливый человек, что мне не нужно искать каких-то умопомрачительных эмоций, прыгать с парашютом, с моста, залазить на высотки. Ну, я так образно, конечно, говорю. Ну, получать какое-то вдохновение извне. Для меня достаточно открыть книгу, и я уже получаю
заряд для того, чтобы заниматься музыкой. А так, жизнь артиста, жизнь музыканта, она абсолютно обычна, она состоит тоже из каких-то своих разрядок, своих увлечений. Я, например, люблю футбол, хотя я не яростный поклонник, но мне всегда очень нравится красота тактики, мне нравится стратегия. Я увлекаюсь шахматами, у меня есть шахматный разряд. Шахматы для меня это вообще отдельная стихия, потому что вот один из гроссмейстеров, Тараш, говорил, что тот человек, который не познал шахматы, он не познал любви. Вот как интересно. Да очень много увлечений. Выйти просто на природу, посмотреть. Мой любимый период, когда падают каштаны, я очень люблю их собирать. Это тоже огромное вдохновение. И это какая-то разрядка, это общение с природой. У Шмелева в его произведении «Лето Господне» описан тот случай, когда начался Великий пост, и рояль накрывался черным покрывалом, и к нему не прикасались. То есть рояль был как развлечение, но на нем играли во всех домах практически. Сейчас это роскошь, когда инструмент стоит, особенно хороший, в домах. А раньше такая была культура. Когда из каждого дома доносились куплеты, из каждого дома музыка звучала, и все газеты наперебой писали рецензии на какое-то выступление, на какой-то концерт, и живая дискуссия велась. И вот в этом мире, по-моему, очень прекрасно было жить. Вот когда спрашивают, какого бы я столетия хотел быть, ну, я вообще раньше всегда отвечал, что 19-го. Хотя последние мои мысли в том, что все-таки там, где ты родился, там и пригодился. Я счастлив, что я человек 21-го столетия. Но вот мое тяготение к культуре Достоевскому, к Толстому, к Мусоргскому, все-таки это 19 век. Наверное, это какие-то фантазии. Романтические. Да, но все равно от этих мыслей приятно, потому что это уже стало историей. И когда ты эту историю не отсекаешь от себя, эту культуру не отсекаешь, а пытаешься его воспринять и пропустить через себя, тогда что в этом плохого, если ты воображаешь себя и там, и здесь? Потому что в этом есть, я бы сказал так, есть корни. Не просто корни той земли, на которой ты вырос. Это тоже очень необходимо знать свою культуру. А еще корни, которые уходят туда в столетия. Ты знаешь, что ты причастен к этому, что это твое, и ты этим живешь, это твой дух, и это тоже влияет на тебя. Но вы себя больше причисляете к русской культуре, да? Это недостаток знания украинской, потому что я очень люблю манжуру, я люблю франко. Я бы хотел изучить больше и украинскую музыку. Мы же ведь очень много были оторваны от этого. Действительно, я вырос на русской культуре. Я не стесняюсь того, что действительно мне это нравится, это моя жизнь. Я учился в русской школе, и по сути украинского ничего я не знал. Но вот сейчас я прихожу к мысли, что это колоссальный пробел вообще в нашем сознании, потому что это вытравливалось долгими годами, десятилетиями, и что сейчас мир потихонечку отряхивается и Украина, и нам нужно возвращаться к нашим истокам, потому что наша культура не менее сильная, чем русская культура. Нам просто ее так преподносили, и мы должны ее познать, ее глубину, ее свободолюбие и необычайную мелодику украинского языка. В нем какая-то есть глубина, которая идет еще дальше русской, вот куда-то туда, к санскриту. И недавнее мое впечатление – это собор Леся Гончаря на украинском языке. Вот это что-то нечто, это песня. И вот я хочу сейчас больше с этим соприкасаться. Потому что в этом есть не просто потребность заполнить какой-то пробел. Вот ты сидишь и думаешь, так, чего мне еще не хватает? А в этом есть какая-то потребность, потому что вдруг ты понимаешь, это родное, это твое. И с этим хочется тоже жить. Я, конечно, очень мечтаю, чтобы у нас в городе появилась культура. То есть она и так есть, конечно, но вот именно классическая музыка, чтобы она была больше востребована, чтобы развивалась и наша культура, украинская культура. Вот тоже, чтобы я хотел в своем творчестве, может быть, когда-то прийти к украинской музыке.